Кстати, директор 47-й школы является еще и депутатом Кировской городской думы, поэтому инфекция, возможно, попала и в представительный орган. По телефону Владимир Кадащегов подтвердил информацию с коронавирусом, его действительно положили в больницу. По его словам, легкие поражены на 45%. Перед тем, как попасть в стационар, Владимир присутствовал на последнем заседании в Думе, где были глава города и остальные кировские депутаты. И это еще не все новости. Коронавирусом заболел один из сотрудников аппарата Гордумы. Об этом нам рассказал депутат Владимир Журавлев. Поэтому все сотрудники обязаны на этой неделе сдать маски. Сам аппарат Гордумы, там тоже заболел главный бухгалтер, и всех до понедельника отпустили. И сказали, вот в четверг, завтра должны все сдать анализ. А депутаты, ну, не знаю, это дело лично каждого. У меня иммунитет нормальный. Я хочу сказать, что с 94-го года вообще не болею.